Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и у нас игра Рейд. И сегодня мы откроем 30 вот этих вот загадочных осколков, немножко сделаем сражение, посмотрим, что нам вообще выпадет. Поэтому поехали. Значит, первые, я не знаю, даже давайте попробую по одному призывать, я не знаю, потом посмотрим, может быть, пачкой призову, насколько это все будет долго. А лучник это обычный, скорее всего, давайте прям, в принципе, по одному можно призывать, как-то так будет. Ну, начнем так, а там уже как пойдет. Обычный. То есть, если с первой десятки не выпадет какой-нибудь трехзвездочный, то я пачка. Так уж и быть. Так, давайте попробуем еще. На самом деле, может быть, вообще даже вот со всех я делал открытие как-то, и мне вообще никто не выпал. Даже я по 10 призывал, ничего не происходило. Вот, поэтому здесь пока все обычные. А, это у нас необычный, хорошо, как-то монстр просто, какой-то монстрище просто какое-то. Так, это тоже обычный. Что у нас? В принципе, можно и поодиночке тянуть на самом деле, потому что реально оно как бы не очень долго происходит. То есть, что ты пачкой откроешь, и ты никого не увидишь, что ты поодиночке откроешь, и в принципе всех посмотришь, как на тебя бегут. Вот как-то вот так вот. Но... уже что-то подобное было, я такой уже сливал, если честно. Так, окей, опять он же, да что ж такое-то? Что, простите? У меня нету денег? А, дополнительный слот, у меня нет слотов, и действительно, погодите, тогда, ребята, сейчас, секунду, я исправлюсь и вернусь к вам. Ну, давайте попробуем дальше, попробуем продолжать, потому что, блин, закончилось у меня место. Пришлось немножко почистить обычных... Я всех удалил. Можно было бы просто сразу отсюда убирать тех ненужных, допустим. Уничтожить всех обычных сразу. Была бы такая функция. Было бы хорошо. Так, окей. Что у нас? А у нас... О, сейчас что-то необычное было. Сразу видно, что когда зеленое... О, синее сечение. Соответственно, 3 звезды кто-то появился. Нет? Обычный. Обман. Я думаю, что вот это синее, это нормально. Это 3 звезды. На самом деле нет. На самом деле, меня обманули. Ну, а когда зеленый... О, кстати, зеленый. Вот это необычный. То есть, да, получается, вспышка не сразу в начале, которая синяя там или какая-то, а которая вот дальше вспышка будет. Если она будет какая-то обычная, вот такая белая, то значит обычная. Если зеленый, значит зеленый. Если синяя, значит синяя. И фиолетовый. Так, обычные все это. Обычные все это, простые, неинтересные. Опять зеленый необычный, опять какой-то карлик. Гном, блин. Ну, давай. Давай, опять зеленый, кстати. Ну, хоть необычные пошли. Единственное, хотелось бы кого-то в 3 звезды все-таки призвать. Ну, сколько можно так, обычный. Опять он же. Вот его вообще очень много выпадает. Я не знаю, и почему именно кого-то очень много падает. Опять необычный. Опять какие-то страшилища. Ну вот хотя бы под конец необычные пошли какие-то, но это уже было тоже. Так, что у нас здесь? А, зеленый опять, зеленый монстр какой-то. Поехали, главное, чтобы места еще хватило бы. Так, обычное что-то, но, блин, что тут может обычного выпасть? Как обычно, все то же самое. Ничего другого. Так, окей, и... Что у нас, 3, да, остается? 3. Ни одного синего не было. Да вы издеваетесь, прям вообще ни одного, реально трехзвездочного, ни одного. Место опять закончилось. Давайте, ребятки, я еще почищу и допризываем. Почистил я немного места, поэтому уже остается пару призывов, и нам должно хватить, по крайней мере. Так, необычный. Что-то подобное уже, по-моему, выпадало нам. Живодер. Окей. И последний, кто у нас здесь? Опять зеленый необычный. Вот этого девица, командир. Хорошо, то есть мы получили кучу необычных, в принципе, что довольно-таки тоже неплохо, но, блин, немножечко не то. Я, конечно, посмотрю, кого можно будет прокачать, и это дело прокачаю. Давайте попробуем сейчас пройти подземелье. Так, 1-2. Третий уровень, да, у нас нужно пройти, чтобы получить кристальчик вот этот синий. Давайте попробуем быстренько пройти. Здесь, насколько я помню, может быть, даже еще кристаллы синего качества тоже падать, поэтому... Если бы здесь бы еще один синий бы выпал, было бы круто. Выполнено по 50 энергии, мы сожгли сразу.
Ну, неплохо. Так, окей, значит, у нас только танчит сейчас, получается, вот эта одна девица, которая, ну, бьет, по крайней мере, в бонус-класс. А у нас не в бонус-класс играют кто? Вот эта лучница, и не бонус-класс, и вот эта вот копейщица, скажем так, которую мы изначально выбрали. Ну, я выбрал, по крайней мере, я не знаю, кого ты выбирал. Я выбрал ее. Хотя многие выбирают лучницу, я насколько смотрю. Вот. Поехали. Так, минус один вот этот есть. Страж, скажем так, назовем. Потому что, ну, он, во-первых, с мечом, он, во-первых, с щитом, да. И он охраняет вот этого своего лорда, своего повелителя, я не знаю, правитель, там, как его назвать, короля. Вот. Вот и все, в принципе. Уже никто никого не охраняет, потому что больно. Кстати, нас оглушили, да, то есть, получается, три тиммейта оглушенных были. Походу, да, на одну каточку, на один бой. Вот, были они оглушены. Ну, мы стоим, то есть, он, в принципе... Ох, сильно было, очень сильно было. Тарен-тан-тан подбегает, бьет. Так, здесь что у нас? Здесь опачки. Так, опачки. Так, ну и следующей волной, по идее, мы должны добить. Да, все, даже мы уже добили. Я не знаю, почему он не ходил, что у него сработало, но он, короче, не ходил. Так, значит, мы выбор уровня нажимаем. Уходим отсюда. Должны были получить кристалл, я надеюсь. Или нет? А, нет, ребята, еще один бой. Еще один бой. Я смотрю, что что-то не так. Что-то не то происходит. Окей. Давайте еще один бой попробуем. Так, окей. Окей. Что можно тут еще комментировать? Не знаю, хилятся они, он там что-то восполняются. Но это им не поможет же. Нет, не поможет. Единственное, что они оттягивают время, скажем так. В принципе, и все. Как бы не намного они оттянули времени. Но... Ну, давай, босс, выходи. Босс. Так. С каждым разом-то все посложнее. Лич у нас очень сильный. Ну, а он и эпик. Ну, а куда деваться? Эпик. Тем более, что лич у нас, по идее, не... Правильно, там шмот у нее вкачанный стоит. Но я по квесту его вкачивал, блин. Вот, поэтому у нее удар получается сила от защиты. Чем больше защиты, тем мощнее удар у нее получается. Надо на защиту экипировки побольше. У меня только, по-моему, два слота стоят на защиту. Остальное все на хпшку стоит. На хпшку тоже хорошо, но, блин. Немножко надо атаки. Вообще рекомендовано на лича, как если посмотреть, там получается 4 комплекта на защиту. То есть 4 комплекта, 4 просто вещи на защиту, да, и 2 вещи на хп. Ну, чтобы, в принципе, срабатывали бонусы. Вот, и все, как бы вот так. Победа за нами. Сейчас мы получаем осколочек вот это вот, призываем. И на сегодня заканчиваем. Там стримчик тоже смотрим, ожидаем. Смотрим, когда стримчики выходят и... Тоже в этом деле в мероприятии участвуем. Поехали, значит. Мы, получается, выполнили задание какое-то вот здесь. Вот давайте тоже заберем. Заберем раз, заберем два. Здесь также мы тоже за неделю можем получить синий осколок. Ну, пока еще не выполнил. За месяц тоже какие-то вещички хорошие падают. Ну и прочее такое. Привязать к аккаунту. Там парам-папам вот у меня остался. Вот квестец. Вот. Поехали. Забираем. Раз. Забираем. Два. Забираем. Три. И у нас есть еще вторая часть. Тоже можем повыполнять. Да, но это отдельная история будет. Вот. Это отдельное видео будет. Поехали. Кристалл. Синенький вот этот вот. Здесь падает редкий, эпический и легендарный. Деньги есть у нас. Все есть. Место должно быть тоже. Поехали. Ну, давай. Дропни. Синее качество, 3 звезды. Кстати, это самый первый аватар, который загорается, бывает. Ну, хотя бы атака редкий, то есть уже хотя бы до 30 очка его можно будет раскачать. Вот. Вот такой у меня выпал герой сегодня, поэтому остановимся на нем. Больше я пока ничего не могу призвать. Донатить я не хочу пока еще в эту игру. Вот, потому что донат довольно-таки дорогой, да, и как вообще все сложится и пойдет. Неизвестно. Поэтому сегодня, ребятки, остановимся так. Все, сегодня с кристаллами покончено. С осколками тоже.
с деньгами тоже, с картами тоже. Всем, ребята, удачи вам, хорошего настроения, удачного вам кача, удачных вам сражений. Всем пока-пока.